Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 5. Завод отправил заказчикам по железной дороге 965 труб, погрузив их поровну в 5 товарных вагонов. Сколько труб было в каждом вагоне? Разделим общее количество труб на количество вагонов, то есть 965 разделим на 5. Делим сотни. 9 разделить на 5 будет 1, остаток 4. Сносим 6, получаем 46 десятков. Делим на 5, берем по 9. Получается 1 в остатке, потому что 9 на 5 будет 45. Теперь делим единицы. 15 разделим на 5 будет 3, в остатке 0. Ответ: 193 трубы было в каждом вагоне. Ответ: 193 трубы. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.